Всем привет! Так, сниму небольшой лайфхак по Honda CRZ. Значит, все прекрасно знают, что датчика температуры у Honda CRZ нету, но есть датчик температуры вариатора. Вот. И, собственно говоря, тут можно посмотреть, как он прогревается. И для этого мы берем, зажимаем вот эти вот две кнопочки и заводим авто. Так, кнопочкой вот этой Rio выводим на восьмерку. А дальше смотрим, как прогревается наш вариатор. Лампочка гаснет на температуре 51-53 градуса. Здесь в данный момент показывается и температура вариатора. Ну, сейчас смотрим. И на 51-53 градусах это дело все сейчас должно погаснуть. Все, 53 градуса. Варик прогрелся, температура дальше растет. Примерно нормальная рабочая температура. Это 90 градусов, ну, до 100, в общем. 91-93 градуса.